В Италии похоронили еще 37 погибших во время землетрясения. Траурная церемония прошла в Аматриче. Это один из городов, от которого катаклизм оставил одни воспоминания. Именно там было больше всего жертв. Всего же трагедия внесла почти более 290 жизней. Это итальянцы и иностранцы. Тем, кому повезло выжить, помогают социальные работники. Они буквально поселились во временных палаточных лагерях. Их обитатели находятся в состоянии сильного стресса. Это одно из таких мест в коммуне Аркуато-дель-Тронто. Очевидцы сравнивают окружающую обстановку с зоной военных действий. В таких условиях живут десятки человек. За ними присматривают сотрудники группы «За людскую солидарность». Они приносят детям игрушки, гуляют с пожилыми итальянцами, выслушивают страшные рассказы о пережитом. Это очень сложный период. Первоначальный шок прошел, но напряжение осталось. Появляются первые признаки конфликта между людьми. Сейчас наше присутствие здесь просто необходимо. Землетрясение магнитудой в 6 баллов произошло неделю назад. Землю било в конвульсиях всего 20 секунд, а разрушила стихия несколько городов. И жители признаются, что не понимают, на что им теперь надеяться. Я перестал плакать только спустя 4 дня после землетрясения. Теперь у нас нет сил даже разговаривать, но мы стараемся преодолеть все, хотя нам и нужна помощь. Сейчас мы настроены немного пессимистично.